Несмотря на постоянную профилактическую работу сотрудников ГИБДД, водители продолжают употреблять крепкие напитки и садиться за руль. В рамках операции «Бахус» в усиленном режиме выявляли нетрезвых водителей. Сотрудниками отдела ГИБДД совместно с сотрудниками отдельного взвода ДПС выявлено 900 нарушений, из которых 10 нарушений водителями транспортных средств, управляющих автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. За прошедший период проведения операции составлено 10 протоколов по статье 12.8, часть 1 за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 10 транспортных средств задержаны и поставлены на специализированную стоянку. Владельцы этих транспортных средств не скоро вновь сядут за руль. Операция завершилась, но борьба с нерадивыми автолюбителями продолжится в усиленном режиме до конца курортного сезона.